в этом сезоне на домашнем этапе, где она выступила не лучшим образом, заняла лишь 10-е место. Были серьезные ошибки у канадской фигуристки. Она в самом начале программы сорвала каскад, тройной флип, двойной тулуп. С ошибкой исполнила, с падением исполнила тройной флип, который арбитры засчитали как недокрученный. Поскольку было падение, за него она получила всего-навсего 1,5 балла. Но каскад она все-таки сделала. Тройной Рюдбергер, двойной тулуп. Но затем была еще серьезная ошибка на двойном акселе. Ощущение, что Мария Артемьева, откатавшая очень хорошо свою короткую программу, будет лидером. В всяком случае, все шансы у нее есть на то, чтобы
быть лидером среди участниц, выступающих в первой разминке. Ну, а и в дальнейшем можно подняться выше. Во всяком случае, заявка очень хорошая у Марины Артемьевой, у Марии Артемьевой, на то, чтобы быть результатом короткой программы как минимум в пятерке. Да, 45,07. Результат заметно выступает ее личному результату.